Так, Юлия Сергеевна, 12 июля ты решила заняться укоренением. Здравствуйте, я решила заняться укоренением шелковицы и крыжовника по многочисленным вашим просьбам, потому что мне все звонят, все спросят по СМС, по прошлому году, видимо, вспоминают, и по фильмам «Дядь Валерина», Валерий Константинович, извините, все просят шелковицу. И вот решила укоренить, так как это очень ценный саженец. Самый северный в мире у Железовых. А, у Железовых. И дело в том, что вы можете хоть где купить шелковицу, но дело в том, что замерзнет. Не каждая будет приносить плоды. Есть плоды мужские, есть женские. Вот у Валерия Константиновича женского рода, пола, значит, дерево. И мы укореняем женского пола, поэтому они все будут плодоягодные, плодовитые, поэтому покупайте у нас. А теперь расскажи, как ты тут кудесничала сегодня с утра? Я нарезала, значит, короткие отрезки. Давай, сними одну, покажи, даже пожертвуй, вот здесь вот где-нибудь. Вот, нарезала вот на такие кусочки, вот на такие росточки. Сбок, вот срез был боковой, замазала, положила, замочила на 2 часа ведро с водой, затем разрыхлила землю, воткнула сбоку, в боку, немножко в бок, вот так вот, полила, с наклоном, полила, затем закрыла бутылкой, сделала как бы теплицу для них. Мы с Валерием Константиновичем сделали вот такое укрытие для них, это от жары. Так, вот два варианта. Первый вот сейчас, это почему? Потому что солнце бы надо. А если завтра будет опять 35, они же сгорят. Тогда что получается? Нам надо их укрыть. Тогда это... Покажи, как укрыть. Мы сделаем вот так вот. Вот. Так вот. Это на тот момент, когда пережить самое яркое солнце, когда они сгорают буквально, листья сгорают буквально под этими. Вот. Вот так вот. А потом сейчас солнца нет. Поэтому мы поднимаем. Но свет нужен. Чем больше света, тем больше фотосинтез, тем лучше, быстрее нарастят корни, потому что корней там нет. Ну, к осени уже, я думаю, будут небольшие саженцы, поэтому... Так вот, самое интересное вот что. Если мы будем достаточно часто поливать, самое малое через день. Угу. Так, поливать. Если будет достаточно тепло, солнечно, то есть успевать ухаживать, вовремя открывать, вовремя закрывать, еще раз на горячее солнце закрывать, а остальное время, чтобы открыты были, например, тучи. И осенью, возможно, удастся часть продать, пусть небольшими, но с хорошо развитыми корнями. Вот таким образом. Это есть агротехника, называется зеленое черенкование по Железову. Вот такие дела. Так, ты, кстати, выбрала саженец, он был самым тонким. Давай какой-нибудь хороший покажем. Давайте вот такой. Еще. Вот такой вот. Давай. Вот такой. Вот это есть средненький. А да, эти, значит, с крышками на первом этапе. Здесь идет уже крыжовник. А еще крыжовник покажи. Крыжовник. А вот он. Крыжовники листья меньше, обычно 2 листочка оставляем. Ну все, достаточно. Все. Все покупайте у нас. Всем до свидания. Это ты говоришь до свидания. А я говорю, во всей Сибири таких шелковиц нет и быть не может. Они все, кто пробовал, замерзли. И я встретил 2 раза шелковицу. Здесь, то есть попытки были, и семечек, я сам выращивал семечек. И у меня, и у всех плоды получились размером на ноготь на мизинце. Чем я закончил? Я взял топор. После неудачных попыток, потому что я пытался еще потом привить, чтобы улучшить, допустим, на мелкую, крупную. Вот. И получилось так, что прививки не прижились. Тогда что было? Следующий этап укоренения. Вот. Но это отдельный разговор. Ну что,
Не прощаемся. Не прощаемся. Если бы у тебя это осенью было бы полсотни саженцев, вот таких хотя бы по колено, это считаю, что все были бы проданы наверняка. Это уникальная вещь, вот это. Ну, у нас само дерево находится на том участке вместе с плодами. Но я уже показывал несколько раз. А сейчас я показал, как продлить им рот. До свидания, друзья. До скорых встреч. До скорых встреч. До свидания. Всем добра. Ой, хорошо сказала. До свидания.